Всем привет! Сегодня с вами приехали на небольшой водоем, недалеко от города Минска. Ловить будем, целимся на плотву. По корму я сегодня замешала пачку ультры и пачку кукурузы. Все от Фидербая. Не знаю, я попробую этот корм на Urban Fashion, на соревнованиях, на которых, вы видели, я тоже мешал этот состав. Ну, вроде сработало, вроде работаю нормально. Из таких добавок у меня топленый, не топленый, а мороженое опарыш красный, немножко белого, больше красного, скажем так. Тоже все остатки соревнований. Также есть там и мотыль. Все мороженое, все в прикормке, все после соревнований, что осталось, просто высыпал. Заморозил прослоем. Единственное, отварю конопли, ну, добавил конопли. Дистанция 40 метров, недалеко. Комфортная такая дистанция. Единственная глубина большая, метров 6, наверное. Очень долго тонет кормушка. У меня с собой самая тяжелая такая 40 грамм, поэтому приходится немножко подождать, пока утонет. Если есть поклевочка, опять поклев. Опа. Есть. Если я сейчас прибегу с поддаком, рыба моя? Не, первая наша, ребята, рыбка. Поводок 0,16, не порвется. Я даже не мельчу сегодня. Ну такая вот рыбеха у нас поклевает. Во! Ах, и плыви пока, потом. Два красных опарыша. Также у нас в корме присутствует пшено. В общем, все по классике. Надо, чтобы было и крупная фракция, но крупную фракцию я как бы замешал кукурузу. Она такая крупноватая немножко. Не мелкая фракция, а крупноватая, поэтому специально для этих целей замешал пачку плотвы и пачку с кукурузой. Чтобы был мелкий корм, который будет пылить, и, соответственно, что-то оставалось на дне. Ну, как мы видим, плотвичка есть, поклевывает. Это хорошо для начала, скажем так. Единственное, что не активная рыбка, ну как есть. Пока. Только начали ловить, поэтому посмотрим. Много ребят знакомых, поэтому, возможно, если что-то будет такое интересное, я их подойду, подсниму. Если не против не будут. В процессе расскажем, покажем, что расскажем. Есть, ребята, поклевочки, вот видите, есть, но такие невнятные, очень-очень осторожные видно. Ну, возможно, это из-за того, что я ловлю на 0,14 поводки. Я решил не мельчить. А что мельчить? Ну, мы едем ловить крупную рыбу. Да или это смысл с этих 0,08-0,10 поводков. Здесь, ребята, вторая рыбка. Тоже какая-то плотва, наверное, сопротивлена. Крупная. Батон тут поклевал, смотрите-ка. О. Так, ну что, ребята, 10 часов, 11 час. немножко рассказать о рыбалке. В общем, рыбка поклевывает. Поклевывает как бы не сильно активно, но, как говорится, редко, но метко. Хорошая плотва, крупная. Плюет в основном на 3-4 мотылька и один опарыш белый. Одну поймал плотву на 2 красных опарыша. Ну, пробую, меняю насадки, но что-то не то. Плюет в основном на 3-4 мотылька и один беленький опарыш. Корм, кстати, у меня, я сильно его переувлажнил, взял, ну, хороший, кормушку забил, и она 5 минут спокойно лежала на дне. С такого расчета. Темп держу 6 минут, кстати. 7 как-то посмотрю много, а поклевки в основном где-то 5-5,5 до 6 минут. Поэтому бывает, что поклевочка на 2 минуте, но это редкость. В основном после 5-5 минуты. Пару раз пробую дать 6-7 минут, смысла нету. Достаешь, насадка не тронута. Поэтому 6 минут поставил, это вот нормально. Есть, ребята. Хорошие патаны. Шикарнейшая просто сегодня рыбалка у нас, ребята. Крупная плотва. Ловим крупную плотву. Красота. Подрезал кукурузки, видите? Подошла. Ну, понятно, что и надо. Надо постоянно что-то менять. Ну, в общем, как всегда, как везде. Как не поедем на рыбалку. Какая-то ерунда. Даю кукурузку, не жалея. Ну, а что же жалеть? Ну, как бы машина далеко. Машине-то есть, но я не пойду. Банку вырежем, посмотрим. Если работает, то будем как бы иметь в виду. В следующий раз возьмем пару банок с собой. Отстрел, ребята. Что-то там серьезное. Нормальная там рыбка, я вам скажу. Кукурузская работа, видите как? Какое-то заглушье было, взял, подрезал вот кукурузки немножко и пошло. Плотва, ну, шикарнейшая, вот такой батон, обалдеть. Красотень какая, да? Ну, посмотрим, блин, давайте пока кукурузу, если будет работать, будем подрезать. По насадке 3 мотыля с опарышем. Здесь, ребята, рыбка черная. Это, наверное, поменьше. Поселяется как-то она хуже. Ну, тоже хорошая плотина такая, я вам скажу. Саня только ушел. Сколько нам скидок? Полторашка? Полторашка, да. Я уже давно полторашников не мацал. Закраешь губы, смотри. Ну. Ну чё? Иди в форму посиди. Здесь, ребята, очередная рыбка. Мотылька еще поклевала. Рыбка хорошая. Вот и нам будет. Да, такая же. О, какая бандура. О. Есть, ребята, рыбка. Поводочек, правда, я уже поменял, 0,1 поставил. Поэтому будем аккуратно. И рыбка, судя по всему, хорошая. Как закон подлости, да? Там же поводок. Рыбка покрупнее. Такую мы на храпом не возьмем, на 0,1 поводочек. Это самый край был, видите. Бандура какая. Смотрите, мотыль, барыш обсосаны. Мотыль не тронутый. Барыши обсосали, да? Соответственно, если обсосали опарыши, то давайте-ка мы сделаем 2 опарыша. Попробуем пару минуток на 2 опарыша. Даю сухую арому. Есть, ребята. Хорошая рыбка, хорошая. Окунь. Охренеть. О, какая бандурина. Видали? Окуняра, конечно, здоровенная. А мы кукурузку режем, помните, да? Подрезаем кукурузку, ловим вот таких вот окуней. Охренеть. Ну, бывает. Кстати, да, на кукурузу окуней я ловлю только на Волме. Помню, так меня окунь достала, я кукурузу, он все равно клюет. Но у меня в корме мороженое опарыш. Я думаю, скорее всего, на опарыш. Есть, ребята. Плотва будет бойкая сильно. Хороший батон. Приятно такую рыбку ловить, вам скажу. Ух, батоны, да? Вот плакивал, почти нихуя не клюет, блядь. Они, блядь. Здесь, ребята. Сильно легко идет, а? Окунь. Окушок. Небольшой, но окушок. Смотри, опарыш. Один белый. Парыш, пару мотыльников. Какая хорошая вся рыба на улице, да? Не мелкая плотва. О, какие батоны! Мы видим, на точке она стоит, кормится хорошо. Есть, ребята, рыбка. По сопротивлению, да? Ну, похоже. А нет, окунь, ни хрена себе. полосатика. Есть, ребята, еще рыбка. А я подлил арому белая плотва. Да. Не, плотва. Плотва. Четыре мотылька. Я тебе напаришь белый. Корм немножко. Подсыпаю все так же сухую арому. Ну и вот здесь у меня мороженые опарыши. Немножко мотыли. Тоже старенький, заморозил его. Корм добавил. Нормально. Есть, ребята. Хорошая рыба. Судя по всему, лес. Либо окунь идет по дну. Не плотва, но хорошая. Ребята, вы вот видели, как оно бывает. Так у меня лежит сбоку. Лень. Нормально. Ребята, видите, ближе к часу как-то она более такая активная пошла. Либо она пошла такая более активная, либо я сработал чеснок. Я насыпал чеснока, 3 кормушки, ну, арома. Побахну, думаю, жара. Побахну сразу своего перчика любимого. Реакции не заметил, а вот чеснок как-то пошел. Ну, батоны такие шикарнейшие. Шикарная рыбка, я вам скажу. Ну-ка. А я говорю, Виталик накормил. Все, в его точку левее. Да. Нет, не я, блядь, я не умею. Стой, иди сюда. О, хорош. Здесь, ребята, очередная рыба. По сопротивлению сопротивляется хорошо. Вот так скажем. Бойко. Насадки 4 мотылка и на парыш. Парыш белый. Понятно, профука вроде, а не, есть рыбка, есть. Не такая уже большая, но что-то есть. Окушок. Закончилась арома, закончилась плотва, да? Ладно, сейчас мы проверим теорию. Ловлюся также на те же самые 3. Мотылька и один опарыш. Больше ни на что она не хотит. Иногда пробую и опарыш, и мотылей побольше. Как-то совсем непонятного. Пока 3 мотылька и опарыш. Это и работает. Ну и аромы сухие. Сыплю сухие аромы. Не жалею. Вот сработал был чесночок, поймал 2 плотвы от нас одна. Сейчас вот думаю, насыпать аромки или не насыпать. Ну мы посидим сейчас 2 минутки. Посмотрим, если не будет никаких движений, то тогда опять бабахнем аромы. Аромы чеснок Фидербай, чтобы там никто ничего не говорил. Сыплю, не жалея. Минуты снимаю. вам дорого. О. Я на хлеб ловлю, какой батон? Три мотылька, один напарыш. Вот насыпали мы аромы. Не жалею. Здесь, ребята, еще рыбка. Видите, поклевывает. Потихоньку, потихоньку что-то поклевывает. Но здесь какая-то мелкая, наверное, кусок будет мелкий. Да, он сам делает. Вот ли, как она вьет, а? Буквально вьет поклевочка, ребят. Я не впаду, постоянно спускаться. Так все равно надо спускаться до подсака, до садка. Да, а тут все на месте. Отцепил, помыл, поехал. Так, ну что, ребята, вот подходит наше время. Солнце уже садится, 8 час. Как раз протолкнуло тучки. Можно подснять, потому что так слепит, что, я думаю, ничего не видно было бы. Давайте немножко расскажем о рыбалке. Рыбка поклевала в течение дня, так, плюс-минус, можно сказать, равномерно. На точке, чтобы она сказать, где-то у кого стояла, не скажешь. Вся рыба набегами. Если она подходит, то все начинают ловить. Тун-тун-тун-тун. Хоп, отошла, не клюет ни у кого. По насадке лучше всего. 3 мотыля, 1 опарыш. Белый у меня работал, просто я видел, там на красного ловили. По добавкам в корм добавлял сухую арому, как вы видели, работала хорошо. Пока она была, потом она закончилась, я, соответственно, такой большой объем не брал с собой. Стало похуже. Подрезал опарыш, убил точку напрочь. Точки. По насадке я тоже пробую ловить. Точнее, пробовал. Разные, но... Клюет только почему-то 3 мотыля и 1 опарыш. Почему, непонятно. Пробовал чисто на мотыля, делал, кстати, большие пучки мотылей. Поклевал окунь. На мотыля, на чисто. Глубина, видите, какая большая, как долго тонет кормушка. В общем, подрезка опарыша не работала вообще сегодня. Корм и сухая арома. Единственное, на чем можно сделать акцент. Поводки у нас сегодня 0,14, крючок 10 номера. С поводками не мельчишим вообще. Кормушка 50 грамм, но кормушка такая тяжелая, потому что глубина большая, чтобы она тонула хорошо. Подрезка кукурузы, кстати, сегодня решала, вот забыл сказать. Кукуруза резаная работала хорошо. Полные кормушки этой мути привлекали рыбу. Я думаю, просто рыба стояла где-то в ярухе. Скорее всего, резаная кукуруза хорошо мутит, и рыба за шлейфом этим опускалась вниз. Но почему она не опускалась по шлейфу опарыша? Вопрос. Дистанция 40 метров, довольно комфортная. Так, ну в общем, что тут? Как бы показывать рыбку вам уже, я думаю, неинтересно. Так много сегодня насмотрелись. Поэтому поклевок тоже немного засняли. В общем, рыбалка у нас в этом году первая, можно сказать, такая успешная, хорошая. Ехали целенаправленно ловить плотву, мы ее поймали. Лично хотелось, конечно, и леща, но на леща мы не затачивались, поэтому мы его и не поймали. Я так думаю. В общем, ребята, на этом, наверное, все. Будем закругляться. Покажем вам улов. Ну и все, наверное. Так, ну что, ребята, вот такой вот улов. Мы видим плотички. Килограмм 5 точно поймали. Я думаю, больше, но... Плотва вся хорошая. Такие вот батоны. В общем, все. Пойду, всем не хвоста. Подписываемся, комментируем. Пока.